Анна Батакова уже больше 3 лет занимается в одном из спортивных клубов нашего города. Ежедневные и многочасовые тренировки дали свой результат. И с 23 по 24 января она представляла Великий Устюг на первенстве России по самбо среди юношей и девушек в Екатеринбурге. Прежде чем ехать нам на первенство России, она прошла первенство области, стала первой на северо-западном. Федерального округа на соревнованиях отобрала, стала второй как бы, ну, в призах. Да. Готовилась каждый день, очень серьезно подходила к этому, никаких праздников не было. На соревнованиях в Екатеринбурге юная спортсменка выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Тренироваться Ане приходится исключительно с мальчишками. Новые техники и приемы отрабатывают в зале с тренером, который стал для нее примером. На вопрос, как это быть единственной девчонкой среди ребят, отвечает смущенно. Обычно, не знаю. Но мне кажется, что так же, как, ну, мне не делают никаких поблажек, то есть я борюсь и с мальчиками, и с девочками наравне. Но мне дают, бывает, соперников тяжелее, чтобы я чувствовала вес, чтобы на соревнованиях мне было полегче бороться. Еще один отличившийся спортсмен – это Павел Марков. 25 января он принял участие в первенстве Вологодской области по ММА и занял там почетное 3-е место. К этим выступлениям его подготовил Матвей Владимиров, который в свое время также выходил на ринг и неоднократно занимал призовые места. Сейчас он передает все свои навыки подрастающему поколению. Каждому из спортсменов нужен свой индивидуальный подход. Кого-то надо подбодрить, кому-то указать там на его недостатки, и он уже их исправляет. Ну, как такового, какого-то одного единого настроя для каждого человека нету. Каждому спортсмену свой подход. И с каждым с кем-то разговариваем, кого-то надо и под, как это сказать правильно, позлить перед поединком. Ну, каждому по-разному. Все тренировки, как правило, начинаются с хорошей разминки, чтобы не получить в дальнейшем никаких травм. Потом спарринг с партнерами. Каждый из ребят не расслабляется, а только стремится к усовершенствованию своих навыков. И всегда достойно выступают на соревнованиях различных уровней. 3-е место на первенстве области – тому доказательство. Ехал туда, конечно, побеждать, но, в принципе, немного опыта, может, не хватило, не сложилось немножко. Но понравилось, как выступил. Буду работать над своими ошибками, тренироваться дальше, готовиться к следующим соревнованиям. Впереди у ребят большие планы и много тренировок, чтобы в дальнейшем вновь показать достойные результаты на соревнованиях. Сейчас Аня и Павел готовятся к первенству Вологодской области по самбо. Алена Белозерцева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».